выпуск будет не совсем обычный. Каждая машина и ее хозяин нуждаются в тепле. Поэтому мы поговорим о том, как сварить для гаража печку на дровах. Но печка будет не совсем обычная. В этой печке будет стоять вот такая вот штука. Интересная. Даже не одна, а две. Для чего эта штука нужна и что это такое, вы узнаете в следующих выпусках. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Доставай фотоаппарат, едет аппарат. Ла-ла-ла.